16-летняя Алла Пугачева порадовала поклонников новым снимком. Примадонна показала, как ее дети проводят выходные. В гости к 6-летним близнецам Гарри и Лизе пришли их двоюродные брат и сестра. Гриша и Алина Галкины, дети Дмитрия, родного брата супруга певицы. Он старше 43-летнего Максима Галкина на 11 лет. В кадре дети запечатлены все вчетвером. Они обнимают друг друга, улыбаясь прямо в камеру. Дружная семейка юных Галкиных, написала Алла в Инстаграм. Поклонники народной артистки СССР восхитились нежными отношениями братьев и сестер. Чудесные дети, это счастье, что они появились и радуют нас. Гарри и Лиза, вы рождены для любви. Такое удовольствие смотреть на ваших деток, искренне желаю вам долгих счастливых лет семейной жизни, такие все симпатичные. Прекрасная генетика, как быстро дети растут, написали фолловеры. Для 15-летней Алины Галкиной певица стала еще и крестной матерью. Именно Алла выбрала крестильное имя для девочки, она настояла, чтобы та тоже стала Аллой. Теперь у Примадонны и крестницы именины отмечаются в один день. Недавно Андрей Малахов рассказал о конфликте с Пугачевой и ее мужем. Певица выступила с прощальным концертом в Минске. Там она отказалась выйти на бис к зрителям.